Мне вот иногда говорят, что самые продолжительные концерты здесь у меня, просто вот когда идет вот этот невысокий человек, я сразу так, оп. Мы с ним 5 лет вместе, как говорится, лаптем кашу хлебали в этом училище. Это мой замечательный однокашник, полковник Сергей Сапожников. Это я к чему? Опять же, о том, что как только, они все смеются, когда мы с однокашниками собираемся, Анисим, он говорит, учился в военном инженерном училище, стал тележурналистом, чуть ли не авиатором или авиатором. Он, закончив то же самое училище, служил в 16-й воздушной армии, такой достаточно серьезный промежуток времени, а службу заканчивал, кстати, с прошедшим праздником, днем милиции, он все равно для меня остался полковником полиции. Всякое бывает. Вот, и вот говорят, что у нас с Вадиком Захаровым самые длинные здесь концерты, и как мы это все вытягиваем. Лично я всегда говорю, для меня самое сложное не столько времени петь, а вот выйти после перерыва, потому что перерыва нет. Так. Так, это мы не будем набирать. Я потом прочитаю. Можно ли присылать написанные стихи, надеяться, что когда-нибудь вы возьмете их в свои песни? Ну, вы знаете, мне много чего присылают. Ну, меня можно, я могу, конечно, дать электронный адрес, но, в принципе, меня легко найти в Одноклассниках, в Фейсбуке. Я читаю по возможности. Все прочитать невозможно, потому что очень много пишут, не только стихов, а просто писем. Насчет того, что написать песню, ну, сразу говорю, вряд ли. Вот я спел в первом отделении, это два таких вот, ну, я даже не сказал бы, эксперимента, но это песня на стихи людей, которых с нами уже нет, и я бы не хотел, чтобы я то же самое говорил еще про кого-то. Так, какая картинка, да елки-палки. Ага. Ну да, я знаю, этот ребенок мне в прошлый раз самолетик тут принес с надписью «Грач 125». Он растет. Понятно. Привет, Шакирова. Детки просят песню про Карлсона. То есть я так предполагаю, что это вертолетик, наверное. Понятно, доберемся. Так. Дядя Коля. Ага, так, ну, по крайней мере, одну точно спою, вторую, ну, по всей видимости, заставят. Так. Где сегодня ночуешь? Ну, это мой друг написал. Макс, хорошо, что ты подписался, а то тут сердечко такое, я уже так... Так. Ночую. Война это хорошо или плохо? Я думаю, тут однозначный ответ. Плохо. Да. Честно говоря, ну, я, конечно, и постоянно желаю, ну, и в конце концерта всегда, я всегда говорю, что я желаю самое главное даже, это не здоровье, а именно мирного неба. Ну, я думаю, это все понимают. Я буквально вот там позавчера в одном месте выступал и говорил, что как-то годы идут. Я вспоминаю далекое детство, и мама с папой, ну, слава богу, живы еще, и дай бы бог еще, ну, уже на 9-м десятке лет, и все время гости какие-то приходили, военные городки, мы там с братом вот такие, и поднимали эти взрослые офицеры, и жены, рюмки, и говорят, за то, чтобы наши дети не видели войны. Мне почему-то это все время, ну, как-то, вот они говорят, и мне это казалось таким дежурным, наверное, есть такой тост. Сейчас я сам все время, когда поднимаю рюмочку, говорю, что дай бог, чтобы наши дети не видели войны. И, к сожалению, это очень актуально. Ну, я, допустим, когда в Сирию летал, там это вообще очень сильно чувствуется. Да не только там, даже у нас там на Кавказе. Да вообще телевизор включишь и думаешь, боже, куда мир катится, на те же самые грабли пытаются наступать.
Видите, вот проблема в чем перерыва, когда не дают ничего сделать. Даже гитару не успеваешь настроить, потому что она тоже... Я вот как-то видео просматривал прошлого концерта, когда мы с Сергеем Антишиным здесь выступали. Вот в чем виден профессионал. Он играет там соло какой-то, так раз, так аккорд, и сразу так оба, чик. И так думаешь, вот, мастерство не пробьешь, то значит все-таки... Воздух августом расплавлен, обратились точек бедства. Под завязкою заправлен и подвешены все средства. И я птиц сирена воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи, где тяжело не маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах, где там небеса. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятеля, и мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем мы тех, кто снизу. Но после огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Всего лишь жизни, наши судьбы на весах, где там небеса. Живы оба не убиты, хоть по мне лупили точно. И рядом тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне
как на войне. Даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь. И висит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо. У нас в Минске, ну даже не в Минске, есть такая у нас под Минском, это рядом совсем, авиабаза Мочилище. Ух ты. Коля, посмотри сюда. Да, я понял. Я, собственно говоря, ну я потом об этом скажу. Там целая история была, собственно говоря, с этой фотографией. Позавчера в Мочилищах, ну, я просто немножко расскажу, там базируется прославленный полтинник, летчики знают, что это такое, это ордена Красной Звезды, 50-й смешанный авиаполк был в Афганистане, единственный авиаполк в Афганистане, который был награжден во время войны там боевым орденом, полк, который понес самые тяжелые потери среди летчиков, более 130 человек не вернулось с боевых заданий. Легендарная, в общем-то, воинская часть. И командовал Виталий Егорович Павлов. К сожалению, в прошлом году, в этом году мы его похоронили. Ну, там легендарные очень люди. И сейчас это смешанная авиационная база в Беларуси. На вооружении Ми-8, Ми-24, Ил-76, Ан-26. Техника новая пошла. Вот сейчас Ми-8, НТВ-5. 12 бортов, вот 6 получили, еще 6 получим. Вы знаете, это очень радует. А самое главное, что вот память эта бережется. Там прекрасный музей на борту Ан-26, там поставили часовню, там ежегодно легендарные люди высаживают деревца. И там сделана такая установлена аллея с мраморными плитами, где изображены герои Советского Союза и герои России, которые в этом полку служили, летали. Живые и мертвые, к сожалению. Ну, из погибших-то вот, Голованов, который это крайняя, последняя потеря фактически за день до выхода из Афганистана. Голованов, пешеходчик, командир полка. И вот сейчас командиром полка, ну, авиабазы сейчас там Андрей Лукинович, он Ил-76 водит. Летчик-снайпер такой, замечательный человек. И он из Улан-Удэ мне звонит, говорит, слушай, ты представляешь, у нас же там вот 8 плит, ну это он мне звонит где-то, наверное, может, несколько месяцев назад. Я, говорит, лечу на эшелоне, 10 тысяч, читаю книгу, мне подарили. И тут читаю про героя России Зеленова, ну это известный очень человек, известная история, скажем так. И, говорит, оказывается, он у нас в полку служил. И, в общем, вот они нашли, ну, найти, конечно, не так уж тяжело героя России, тем более, там, депутата Госдумы 2 созывов, сегодня он уже не депутат, но такой заслуженный человек, 65 лет ему исполнится 18 ноября. И вот позавчера открыли мемориальную доску с его фотографией, он прилетал, там все это дело осветили, пришли дети, построили авиабазу. Он, конечно, очень смущался, такой, ну, может, это не надо, это надо. Потому что, ну, это не то, что память, это... Я, ну, немножко, может быть, расскажу перед следующей песней. Наверное, ну, кто-то знает, транспортники наверняка знают. Но я всегда говорю, что всякие боевики и романы отдыхают по сравнению с тем, что происходит в жизни. Это в 92-м году, когда шла эвакуация дипломатических миссий из Кабула, 3 Ил-76 из России, из Новгорода, из Кричевиц полетели в Кабул забирать наше российское посольство. Ну, я не буду тут рассуждать на эту тему, когда там на Джибулу бросили его, повесили талибы и так далее. Такая там ситуация была очень кривая, некрасивая. И вот этих 3 борта прилетело, и туда все ринулись. Потому что, ну вот как помните в фильме «Экипаж»?
когда один борт, иностранцы и наши и так далее, и вот в этих десантники с ними прилетели, рота, потому что шли бои уже вот, ну, в Кабуле, на окраине и так далее. И вот командиром был Евгений Алексеевич Зеленов, он был командиром полка. Он взял туда только самых-самых подготовленных летчиков, причем и в правой, и в левой чашке сидели командиры на случай там тяжелой ситуации, чтобы все, ну, мог заменить там человек человека. И они, значит, загрузили эти борта под завязку этими людьми. Он говорит, мы просто некоторых били, говорит, вот, ну, извините, в морду, чтобы они выбросили свои вещи, кто-то ковры тащил там и так далее, просто чтобы их всех запихать на борт все равно с перегрузом. Он взлетел первый. Когда он взлетал, начался обстрел. Причем очень серьезный, у него там изрешетило прилично самолет, но он взлетел, начал, ну, смотреть, ну, пошел в вираж, и в это время начал выруливать подполковник Анатолий Копыркин вторым бортом. И в это время третий борт, который тоже выходил с рулежки, у него случилось прямое попадание, он загорелся. Вот. А этот уже шел на взлет. И, ну, я говорю, это ситуация вот для фильма, просто когда вот выдумывают, там новый экипаж, я смотрю, ну, боже ты мой, зачем это все выдумывать, когда вот есть такие вещи. Копыркин останавливает самолет, насколько можно, он вот просто его там уже чуть не выкатился, разворачивается и возвращается к горящему самолету, из которого выскакивают люди, там больше сотни человек, иностранцы, наши и так далее. У него выскакивают десантники, начинают стрелять и как бы оборонять это дело. Зеленов в это время крутится под обстрелом и сверху как бы, ну, тоже наводит там и рисует обстановку. Все, ну, забираются на этот борт, он вообще с сумасшедшим перегрузом, он говорит, я смотрю сверху на него, ну, во-первых, раздается, ну, видно, говорит, разрыв на полосе, и он влетает в этот дым, я думал, он тут уже не выйдет, но он оттуда выскакивает и несется дальше по полосе. За ним какой-то странный шлейф, там, где, ну, пневматики, колеса, как потом оказалось, колес не было. Вот, и он оторвался от последней плиты. И покачивая, значит, вот он ушел. И вот героя в России получил Евгений Алексеевич Зеленов, подполковник Копыркин и гвардии старший сержант Сергей Арефьев. Это был... Я Алексеевичу скажу обязательно. Вот, Арефьев, к сожалению, он в 2005 году погиб, уже будучи майором, ну, просто в автокатастрофе. А тогда это гвардии старший сержант, десантник. Когда уже все запрыгнули на борт этого второго ИЛа, вдруг выяснилось, что старшего лейтенанта, командира роты десантников нет. И там никто даже команду не успел подать. Старший сержант выскочил и побежал в горящий ИЛ. Он его там нашел, потерявшего сознание, вытянул и забрал с собой. Вот, ну, такие вещи, они как бы, они происходят. Наверное, вот про что надо фильмы снимать. И когда видишь этого скромного человека, который, может, не надо было это открывать, а там батюшка и ксёнц, ну, они как бы шефство, ну, вот, над воинской частью, они ему говорят, это надо, ну, когда уже священнослужитель. А он в Афганистане служил в свое время, ну, командиром отряда НАН-12, а это уже и Афган закончился. И потом у него была очень такая история тяжелая, из которой он вышел живым, уже будучи депутатом Госдумы, когда Ми-8 в Чечне сбили. Вот. Я к чему? Что-то грустную историю рассказал, но считаю, это нужно. Просто, ну, он очень меня просил спеть песню, говорит, у меня ее внучка поет. Что насупился Илюха, нынче были дедозари, набивают снова брюхо, груз шворотуют технари, носят ящики солдаты из заката акварель, только нам не до заката, рампа тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот, мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажа не впервой, и Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит веселья трудяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу.
столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь илья-трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья-трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не пьют баклуши, все предели как один. А в души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимальный грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья-трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша-работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Я когда Зеленову подписывал диск, я говорю, вот вообще интересно, конечно, вот Зеленову подписываю зеленый диск. Еще интересно, что в военно-транспортной авиации там три героя России, вот двоих я знаю. Это один Зеленов, а другой Зеленко. Андрей Жанович, такой он сейчас военком города Оренбурга. В свое время у него случился пожар, полный отказ всего, а летел он в конфигурации двух палуб. И у него на борту было 200 с лишним призывников из Дагестана. И он умудрился посадить самолет, и ни одной жертвы не было, и травм было минимум. Ну, единственное, были травмы, когда паника случилась, а второй экипаж бегал, там бил их, опять же, по мордасам, вот, объясняя, что самолет еще летит, а уже все открыто, и рампа, и двери, и они все выскакивают. Жанныч мне рассказывал, я, говорит, выскочил, самолет догорает, эти все, как поросята на чужом капустном поле бегают, 200 с лишним,
я думаю, слава Богу, что у меня уже пенсия есть, думаю, сейчас уволят. Ну, это вот реакция, нормальная реакция советского или российского офицера. Если что-то сделал, не думает, что это какой-то там подвиг и так далее, сразу, ну, все, наставляют. Следующую песню. Ну, ладно. Я родным аэрофлотом словно глобус крутану, серебристым самолетом треть планеты обогну. Лишь закатом и рассветом сон пройдет едва и два. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт сменю большой на малый, сам себе теперь пилот. Пусть с дороги я усталый, только хочется в полет. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни все болтаюсь между небом и землей. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на крае света, где слегка все набекрень. Здесь лягушка как-то строго смотрит с горной вышины. И железная дорога очень странной ширины. Крабы, рыбы и кальмары, бросив кучи важных дел, к нам спешат пивные бары. Океан им надоел, словно море, это небо. Я в полете им дышу, без него мне как без хлеба. Я на землю не спешу. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. В скалах, сопках, как в доспехах, остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов каторжан лечил порой. Люди здесь, в суровом крае, не боятся лютых вьюг. И когда-то самураев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет, как острог. Он на глобусе полоской всем укажет, где восток. Без него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять. Я кружу над Сахалином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом менять.
Вот со скептическим взглядом герой России Олег Мутовин пошел туда, потому что он всегда считает, что страна начинается не на Сахалине, а на Камчатке, где он родился. Так, обязательно. Ёлки-палки, это самое. Я не ожидал, что тут Василий Бобко. Где он? Василий? Здесь. Ага, вот так вот. Ничего себе. Очень рад видеть. Очень рад видеть. Это дальняя авиация. ЦПП, город, аэродром Дягилева, Рязань. Ребята, молодцы, что приехали. Я просто что-то про Сахалин вспомнил. В конце августа был на фестивале «Крылья Сахалина». И, ну, там интересно, он проходил на старом аэродроме, который японцы еще построили. Японцы строили очень интересно на века. И там поставили сцену, там несколько дней все это мероприятие было. И выступали, ну, выступал Сергей Чиграков, Чиж и Ком, известно, понимаете, кто. Найга Борзов и я, это из тех, кто прилетел из Европы, ну и местных очень много. Я вот помню, Андрюш Воропаев не даст соврать. Меня там, значит, летчики полицейские, есть такая авиация полиции, на Ми-8 привезли на концерт. Это было очень интересное такое явление. Мы подошли к берегу, ниже линии берега, там скалы. Выскочили, пролетели над полосой, сделали вираж. Ну и тут весь я такой, как хотел бы сказать, весь в белом, но в комбинезоне вышел. И я ему пишу, а видео снял такое, ну, классное, ну, там, в Фейсбуке. Ну, мне приятно, я могу похвастаться. Я ему пишу, ты представляешь, говорю, вот меня доставили на Ми-8, а Чиграков и, ну, Чиж и Найга Борзов, их через пробки на автобусе. На что, значит, Андрей мне отвечает, кто про что поет, на том и доставляют. Тебя должны были на Ми-8 доставить, а Найга Борзова должны были доставить на маленькой лошадке. Я продолжил эту тему и подумал, да, железной дороги сюда нет, поэтому дополнительный 38-й для Сергея Чигракова нет, но мотоцикл «Урал», потому что песня «Урал Байкер Блюз», ну, должны были ему предоставить. Вот, а я все-таки на Ми-8. Ну, вот тут повторяются эти действительно записки. Я вот только что про Василия Бобко сказал, а еще сегодня день рождения, да, у Евгении день рождения, и она тоже просила эту песню. Вот, ну да, для дальников. Продеру Лёшкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы оставим там, оставьте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад, идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в УВХ. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. От фюзеляжа револьвер, от производства СССР, сказали пьянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мы чуть не в блистерном крылом. Такие борзы, как правило, из Штатов. Но не изменит курс и борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку.
Ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толка. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, раз нос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них штаб отдадут отбой, лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Сейчас в океане нет дорог. А, отставить. Мы на свидание идем. Мы на свидание идем. Друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет. Но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность там повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав. Он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас. Но если дали нам приказ, мы обязательно смогли. Ведь мы умеем. И экипаж он просто смог. И пусть усталость болит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи. Домой любимые медведи. Медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Ну, тоже понимаю, что я не уйду от этой темы. Здесь и Буденовские просят. И много кто. Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах. На пределе, на износе, я Ми-8. Командовала мне больно, нахватала я пули довольно, ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провокаху с ним убили, сцепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.
Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по воинам и меня носят, я Ми-8. Я Ми-8. Спасибо. Вот следующая песня, которую хотел спеть, тоже с ней интересно получается. Ну, я думаю, что все ее знают. Заглавная песня предыдущей пластинки. Просто я раньше все время рассказывал, как русские витязи летали в Бахрейн, как появилась эта песня в 2011 году, как это было сложно, как Иран не пропускал над своей территорией боевые самолеты и так далее, как это все здорово получилось. 3 месяца назад, на своем дне рождения, я здесь рассказывал, как ребята уже не полетели в Бахрейн, потому что в это время напряженные отношения были между Ираном и Саудовской Аравией. Бахрейн на стороне Саудовской Аравии, наши через Иран и Ирак летают в Сирию. В общем, это все вот эта политика такая. И на всякий случай, чтобы не испортить отношения с Ираном, русские витязи не полетели в Бахрейн. Завтра или послезавтра? Ну, Иран, я понимаю. Так вот, я говорю. Завтра? Завтра русские витязи улетают в Иран. Я понял, почему иранцы не пробуют. Чего это они тут над нами летают, вместо того, чтобы здесь выступать? Вот, в общем, ладно, песня. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим следы инверсионные, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан, не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж,
сорвем восторг и аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь Кожедуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но то на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жаль, что на земле всё за пределом. Спасибо. Я вот, мне Олег Мутовин записку интересную прислал. Ну, Олег, я, наверное, не буду песню эту петь, но рассказать хочу обязательно. Вообще, с дизайном диска там целая история была. Версия будет несколько иная по обложке. Там в другом варианте. То есть диск будет один и тот же. То есть его напечатано там определенное количество, просто под разные коробки. Будет еще коробка, на которой изображен Ми-24, тоже, значит, который там пускает нары. В такой же вот картинке ночного видения, очень интересно. Здесь изображен Су-30, и, ну, изначально, я почему меня вот сейчас впечатлила эта записка, это было такое, ну, скажем так, вынужденное решение, потому что спонсором выпуска, я уже говорил, является Иркутский авиационный завод, я должен был передать определенное количество дисков для презентационных целей завода, и, естественно, на обложке, ну, какой Ми-24 для Иркутского авиазавода, который выпускает Су-30. Вот, и поэтому, ну, я долго выбирал какие-то фотографии и свои, а в итоге взял вот, ну, фотография мне просто, ну, вот она вот, думаю, вообще это такое
дело скользкое. Иногда потом бах, и говорит, это мое фото. Но здесь пуск ракеты, и я понимаю, что снимал кто-то из испытателей, к примеру. У меня, кстати, было подозрение, что это Ахтубинский борт. Я маленькую фотографию показывал Сереже Михайлюку, ну, просто в телефоне, он говорит, ну, чуть его знает. Так вот, вот Олег посмотрел и говорит, это фотография, и на фотографии Александр Кружалин пускает эту ракету, Герой России посмертно. Вот такая судьба, и теперь я буду по-другому смотреть на эту обложку. Вот, наверное, в этом есть какие-то такие силы, тайные там, или вышние, высшие, промысел Божий, наверное. Я, ну, считаю, что здорово, что именно эта фотография там оказалась. Раздаются всякие возгласы, приходят всякие записки. Ладно, чтобы... Я понимаю, что с темой не покончишь, но все равно... Ласточки летают над землей. Низко, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило, кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассер расчет, не ошибся летчик-оператор, нынче он как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем и нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей турой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под нимбом у нее душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, обозвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пенистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно, у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописные места, все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Та-та-ра-па-па. Гневанных богов все на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость, мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем,
не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручила нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пятнистую мою. Спасибо. Когда по жизни штиль и дрянь тоска в фаворе, когда намного миль волнения нет на море, то лучше утонуть. И я желаю света, чтобы ветер начал дуть, и в море вала девятой, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда и зло по камне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне. Друзей бы не терять, пусть их минуют беды, и если уж стрелять, то в небо в честь победы. Дай бог смертельный шквал на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами и жизни штормовой. Всегда без лопа ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы. Чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда и зло по камне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне. Спасибо. Ну, вот я когда говорил, что надеюсь, что следующий диск все-таки не через 3 года выйдет, я поделюсь такими, ну, планы, я уже ими делился, они все накрылись тазом, вышли другие диски. Но, тем не менее, идет сегодня работа вот над диском с лирическими песнями. Когда-то это уже начиналось, и рабочее название было «Штормовая жизнь», вот именно из-за этой песни. Потом все это вот, ну, отставилось в сторону, и сейчас все-таки, ну, я работаю над этим. Будет лирика, как я их называю, гражданские песни. Вот, я хочу еще вот пару песен спеть. У меня первый диск, когда, ну, альбомы были, ну, как это называлось тогда, магниты, альбомы на кассетах, какие-то в те далекие годы. А первый диск, который именно вот, ну, студийный, «Ночь такое время года», он вышел в 2004 году, уже 12 лет прошло. Там было написано, что диск посвящен Александру Андриенко. Это был такой у меня очень близкий друг. Я почему вспомнил, просто буквально через неделю исполнится 20 лет, как он погиб. Годы идут, но я всегда говорю, все они с нами, пока мы их помним. У Шуры очень были интересные песни. Многие его сравнивали с Борисом Гребенщиковым, не все их понимали, но они мне очень нравились. Вот. И на первом диске было пару его песен, я, по крайней мере, спою одну. Ну, может, и не одну. Как странен мир,
в объятиях дождя. Когда насквозь промокшие трамваи спешат из ниоткуда в никуда, как будто ангелы, но нас не замечают. Пронзает сталь лихих времен творение пророка Иоанна. Грядет конец под колокольный звон, а мне так кажется, что все же слишком рано. Пусть скажет кто-то, это, мол, игра, сорвать чертям святые одеяния. Но, господин, для вас икра, икра, а для меня дожди, благоухание. Как странен мир в объятиях двоих, какое мягкое тогда под ними небо. Как странен я в объятиях твоих, вот только жаль, что в них я так и не был. Вот только жаль, что в них я так и не был. Шура вообще очень был такой своеобразный человек. И мама у него была очень набожная. И когда вот случилось это все несчастье, она вся вот в церкви все время. И там, ну, пыталась нас воспитывать, что надо жить правильно. А мы говорили, ну вот, а Шура как? Она, ну Шурочка, он вот, он, конечно, в ад не попал, и он не в раю, ну прости господи, вообще за такие размышления. Он где-то вот около этого заборчика со стороны рая, он ходит, вот там, заборчик. Вот, ну вообще, я здесь пел неоднократно его песню, которая достаточно известна в среде летчиков, и часто меня ее просят спеть, и, ну... Почему-то иногда ее ошибочно приписывают мне. На самом деле, это действительно Саша Андреенко. Это песня, за которую Лидский пивзавод обязан ему, там, я не знаю, каким просто промоушеном. Песня очень старая, популярная. В этом году Лидскому пивзаводу исполнилось 140 лет. Пиво, которое занимало неоднократно первое место в Советском Союзе. И когда в Лиду попал служить, батя звоню, а он бывал в Лиде по службе. Я говорю, в Лиду попал. Он, о, елки-палки, пиво лучше. Я говорю, а родители в Чернигове жили. Я говорю, слушай, ты в Черниговской вроде не поменяется. Ну, говорит, Лидское, это Лидское. Вот, ну да, ну вот такой блюз Лидское пиво. Ячменный солод, хмель, вода. Все остальное ерунда. Черпай бокалом до отвала. Вот это да, вот это да. Лидское пиво, напиток богов, с рыбкой и сыром идет, будь здоров. Прявнешь бокальчик соленым лещом. Лидское пиво идет хорошо, и пепси, и кола, все это фигня. Я люблю пиво, а пиво меня. Лидское пиво, продукт наших нив, продается в бутылках и на разлив. Крепнешь бокальчик соленым лещом. Лидское пиво идет хорошо, и пепси, и кола, все это фигня. Я люблю пиво, пиво меня. И даже животный твой поцелуй
жгучий и злой, как крапива, я променяю на пару струй милого Лицкого пива, Лицкое пиво. Люблю тебя, Лицкое пиво, тебя люблю, Лицкое пиво. Еще один блюз. Я совершенно, в общем-то, как бы не собирался петь, насколько неожиданно, наверное. А как нам неожиданно? Не, ну... БЛБ, Business Lady Blues. Я знаю людей, которые вы хотели здесь услышать. Ее разбудит кошка на рассвете. Остатки сновидения смоет душ. На завтрак легкий йогурт по диете. И быстренько помада, пудра, тушь. Посуду бьют за стенкой у соседей. С утра привычно с улицы шумя. Из зеркала посмотрит бизнес-леди. И ей кошка на прощание скажет мяу. И кошка на прощание скажет мяу. Та-да-да-да-да-пам. Та-да-да-да-да-там. Та-да-да-да-дам-пам. Па-да-да-да-дам-па-па-па-па-па-па-па-пам. Работа, офис, шум, переговоры. Завистливые взгляды хуже поля. Тикают часы, погаснут споры. День за спиной, и ей пора за руль. Она неплохо ездит на машине. Вот только где запаска не найдет. Да, впрочем, есть для этого мужчины. А дома одиноко кошка ждет. И дома одиноко кошка ждет. Та-да-да-да-да-пам. Та-да-да-да-да-там. Па-да-да-да-да-пам. Она читает караван истории, как способ вечер как-нибудь убить. Не очень верит в эти все love story и в песню, что любовь нельзя купить. В шкафу висят оружие, наряды. Она их может на ночь полистать. А кошка скажет «мур» и лежит рядом. Мол, день прошел, пора хозяйка спать. Ночь за окном, пора хозяйка спать. Та-да-да-да-да-пам. Секунды превращаются в недели, и жизнь напоминает бизнес-план. Расставлены приоритет на цели, и если что, то маленький обман. Она без сожалений позволяет, ведь глупо доверять себя судьбе. Идет по жизни, будто бы гуляет, как кошка,
что сама и по себе. Как кошка, что сама и по себе. Па-па-па-па-пам. Та-да-да-та-да-там. Та-да-да-да-да-пам. Та-да-да-да-да-па-па-па-па-па-па-пам. Зигзаги в личной жизни и карьере когда-нибудь идут сразу в дамки. Ну а пока в своем стеклянном замке она одна и кошка в интерьере. Одна и только кошка в интерьере. Та-да-да, 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 та-да-да. Та-да-да-та-да-там, 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 та-да-да-та-да-пам, 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 па-да-да-да-пам, та-да-да-та-да-па-па-па-пам, та-да-да-та-па-па-пам. Сто лет песни не пел. Да, вот, кстати, заместитель командира авиабазы Кубинки говорит, что это любимая песня жен летчиков Кубинки. Вот, уже много лет, и я не понимаю, в чем дело. То ли потому, что они улетают очень надолго. Я тут смотрю, что же у меня тут вообще... Так, вот там просто кучка записок. Да их подозрительно один человек все время приносил, который диск сегодня выиграл. Ага. О, ну видите, мне просто сказали, что смс-ка пришла из Сирии от моих друзей, которые поздравляют с выпуском нового альбома. Можно туда ответить, что чтоб срочно возвращались. А свист лач. Ага. Доктор, вы прогнозируемый. Хорошо, что ты есть на свете, даже если не рядом мы где-то, но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, и насвисло челёда растает, и осколки его уплыли, а я в церкви свечу поставил, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. А глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете, вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась, как ни странно, случится вдруг это, и чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулась. Значит ли это опять? Значит ли это? И зима мне только приснилась, снега нет, он в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Снилось, снега нет, он в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. А знаешь,
знаете, Сергей Валерьевич, глядя на вас и на доктора, я о чем вспомнил. Когда-то мы должны были давать, мы должны были, потому что мы с тобой концерты давали, да, в госпитале... В космическом госпитале Краснознаменской. Вот заместитель командира авиабазы Кубинка мне говорит, ну надо же для докторов что-то спеть про докторов, они просили. Я говорю, у меня нет ничего про докторов. Говорит, ну придумай. Я ничего не придумал, но сын у меня очень такая голова умная. Кстати, вот приветы я не передал. Домой привет большой, я скучаю. И еще много кому передам. Вот, а то потом скажу, нифига себе, забыл всех. Так вот, сын говорит, ну я хожу дома, так да что же делать-то, песен про докторов нету, а надо же. Да, вот правильно подсказывает, я доктор. И вот сын мне говорит, слушай, да у тебя есть там все нормально? Я говорю, что там у меня нормально? Он говорит, да песня про Винни-Пуха. Я говорю, это про Винни-Пуха. Нет, да там про доктора есть. И я ее там спел, помню. Хочу как Винни-Пухом быть, медведем. И друга пятачка иметь, и хватит. Мы вместе с ним дремучий лес уедем, и за проезд уж как-нибудь заплатим. Устал я жить по ритму буги-вуги, когда с огня до полымя бросают. Медвежьи надоели мне услуги. Уж лучше пчелы пусть меня кусают, пусть жарят меня пчелы и кусают. Медведям быть, наверное, попроще. Проблемы их другие по природе. Бродил бы косолапая пороще, мечтал бы в крайнем случае о меде. Я ел бы мед, сгущенку и без хлеба, и выбросил бы все ножи и вилки, и было бы мое в цветочек небо, а в голове счастливые опилки. И было бы мое в цветочек небо. Наверное, заболел я каждый вечер, мечтаю в эту сказку я ворваться. Никто меня, пожалуй, не излечит, лишь доктор Айболит, не доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, и от костра тепла бы мне хватило, а ночью по медвежьей крепкой дружбе большая бы мне медведица светила, светила по медвежьей нашей дружбе. Хочу как Винни-Пухом быть медведем, и друга пятачка иметь, и хватит. Мы вместе с ним в дремучий лес уедем, и за проезд уж как-нибудь заплатим. Нас жизнь ключом в затылок не ударит, в природе, как ни странно, нету фальши. Мне синий шарик пятачок подарит, как тучка я на нем куда подальше. Мне синий шарик пятачок подарит, и я на нем как тучка, лишь бы дальше. Ну вот, доктор Айболит, доктор Ватсон. Все-таки там про докторов, даже про целый клуб. Это так помню, когда-то совершенно вот неожиданные такие ассоциации, когда в Геленджике я когда-то выступал. Ну, я туда каждый раз летал на гидроавиасалон, в этом году вот впервые не сложилось. Подходит ко мне метеоролог КБ Бериева, и она такая, а подпишите диск, вот все-таки здесь песня про нас, про метеорологов. Ну и дает мне диск, я летчик. Ну, что ж такое, говорю, а где вы ее там нашли? Ну как же, тут вот песня, бураном борт прижат к земле, там, и там, я говорю, ну, а там фраза есть, метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Ну каждый слышит мышки на то, что они, ну, то есть вот они работают на конкретную тематику.
Осень, вечер, ветер, туча. В доме свет опять отключен. И луны озяршие лучи. Ровно светит сквозь ветра. Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик. И с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с кухню газ под кофе не потухнет. Где-то гром печально бухнет. Видно, тоже одинок. Строго тикает будильник сам себе собутыльник. Оживет, моргнув светильник, и раздастся в дверь звонок. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную неводу. А в душе моей к восходу далеко, мотолико, да ночь. Такое время года, ночь. Такое время года. В рюмке водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты. И сердца у нас согреты, то ли дружбой, то ли спиртным. Но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туман и дым. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе, вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать. Но стучат соседи свыше в батарею, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную неводу. А в душе моей к восходу только мотолико, да ночь. Такое время года, ночь. Такое время года. Прозвенел давно будильник, опустел мой холодильник. В горле будто бы напильник. Мне не скоро петь, теперь солнце видно, встать забыло. И сжимает боль затылок строй осушенных бутылок. И уже закрыта дверь. Осень, вечер, ветер, тучи. В доме света опять отключенный, луны озябший лучик. Рубка светит сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную неводу. А в душе моей к восходу далеко, мотолико, да ночь — такое время года, ночь — такое время года, ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную неводу. А в душе моей по сходу далеко, мотолико, да ночь — такое время года, ночь — такое время года. Спасибо. Ну, если вспомню песню, но она старая, но вот я опять же хочу ее вот в этот диск, который там с лирикой, гражданской тематикой. Задумчиво мотор гудит, я жму педаль. И холодно луна глядит куда-то вдаль, что воду зря толочь, мне нынче не помочь. И по шоссе я еду прочь, я еду в ночь. Вот на душе моей мороз, мне хватит сил. Вся жизнь моя в дуге за нос и снос оси. И я за столько лет
не улетел в кювет. Всегда давил на газ в ответ и дальний свет. Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда. А значит, все не так уж скверно, горе не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, а значит, легок путь. Я нынче уезжаю прочь, я еду в ночь. Мотора рокот, как напев, звучит года. Запомнись, не успев, меняю города. И пусть мне карты врут, я знаю свой маршрут. Надежда с верой не умрут, пока нас ждут. Ночной дорогой я несусь, покоя нет. А тех, кто в лоб, я не боюсь, лишь светит след. И вместе, и вновь который раз, не отведу я глаз. Но если в жизни любят вас, дави на газ. Ведь где-то далеко, наверное, ждут меня всегда. А значит, все не так уж скверно, горе не беда. Пусть ждут меня чуть-чуть, а значит, легок путь. Я нынче уезжаю прочь, я еду в ночь. Я еду в ночь. Так, ну чё, полетаем. Прилетит друг волшебник голубой в полете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. Да небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. По горам, полям и весям облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Чеш плохиши с книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать,
кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать не дам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь. И за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем свой танец кружим, он герой, я им горжусь. Грозно, вертолетик. Вертолет. Более вертолетный. Вертолет. Мы полжизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись только мест. Вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте. Детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускаем? Запускаем. Отдохнуть самому себе и вам тоже. Все же улыбнусь. Пусть на свете все несовершенно, Воланд Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Как вот ты живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачку пробиваем, а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, вверх закон Ньютона не пускает, бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Крылья за спиной,
Только лишь у ангелов бывают, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь. В крови постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Та-да-да-да, та-да-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-д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 а-
над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Я летал во сне. Ребята, четвертый разворот. Я искренне благодарю вас за то, что пришли. Я очень переживал, очень волновался вообще, получится ли все это дело. В общем, я считаю, не у меня, а у нас все получилось. Диск случился. Можно как-то так немножко выдохнуть. Хотя сильно выдыхать нельзя, надо сразу начинать другое. Я это понимаю, но тем не менее как-то опять нужен волшебный пендель. Мирного неба всем, дорогие, берегите себя, берегите своих любимых, берегите своих ближних. Огромный привет всем тем, кто смотрит вот это все на больших необъятных просторах не только нашей бывшей страны, я знаю, и за рубежом смотрит. Ребята, и вам тоже мирного неба, чтобы наша планета всегда была под голубым небом, которое, вот, в общем-то, во многом остается голубым благодаря тем, кто в нем работает, тем, кто здесь есть в зале, тем, кто отдал фактически лучшую часть своей жизни на службе военно-воздушных сил. И тех, кто на земле, и тех, кто в небе, и тех, кто просто болен небом. Потому что они-то тоже из-за нас летают. Смотрят там сверху. Ага, на них посматривают, значит, круто. Раз. Споем еще обязательно. Я хочу сказать, что у меня концерт будет здесь 23 февраля. Ну, всегда говорят, что это вот наша дата, не моя даже, она наша действительно, потому что это наш праздник. Я надеюсь вас здесь всех увидеть. Через неделю, 19 ноября, здесь выступает близкий мой друг, с которым мы здесь неоднократно выступали, Вадим Захаров. Начало в 19:00, приходите, не пожалеете. Ну, собственно, что я вам говорю, вы все приходили на наши концерты. Вот. И я бы и сам хотел, но, к сожалению, у меня не получается. Я тут сегодня Вадиму диск подписал, сказал, чтобы ему передали. Вот. Будем жить. По телевизору футбол, но мне плевать, кому там гол. Сегодня праздник, ведь ко мне придут друзья. И от души накрыт весь стол, и на верхушке рок-н-ролл. В бутылках то, про что врачи твердят, нельзя. И вот сидим мы за столом, и песни старые поем. Едим и пьем, и только шутки здесь и смех. Вот только часто в горле ком, ведь не грустить бы потом, когда из дома провожу я ночью всех. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди горести и бед? Никто нигде никогда мне не поможет. Ведь протяжении стольких лет меня спасает дружба свет. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Не место здесь любым делам, заботы прочь, ненужный хлам. И мы налили бы еще, еще бы спели. Да вот луна напомнит нам, что всем пора уж по домам. Мы поболтать друг с другом так и не успели. И буду я всю ночь сидеть, все допивать и песни петь. Те, что друзьям сегодня спеть, я не успел. Пусть мне сказать им не суметь, что смог за них бы умереть. А что сказать? Я им об этом вряд ли спел. Но кто сказал, что дружбы нет, что среди горести и бед? Никто нигде никогда мне не
дрожит. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружба свет. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Среди горести и бед никто нигде никогда мне не поможет. Ведь в протяжении стольких лет меня спасает дружбой свет. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Всего на свете мне, друзья мои, дороже. Спасибо! Спасибо, дорогие! Будем жить обязательно! Обязательно споем еще. Спасибо. Спасибо. Николай Викторович, Куплянску. Не выносите... Вообще, это как бы не входило в программу. Пока некоторые здесь троллят, я думаю. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз, кудрявый, да клён зелёный лист резной, я влюблённый, да и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз, кудрявый, резной. И смуглянка молдаванка отвечала парню: лад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. С собой не позвала. По смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз мой родной, клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Вот чувствую, вот там вторая эскадрилья окопалась. Раз кудрявый, да клён зелёный, лист резной, я влюблённый, да и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да
кудрявый резной. Будем жить! Спасибо, спасибо, дорогие.